Тверское управление ФСБ пресекло деятельность преступной группы, которая занималась поставкой крупных партий наркотиков и психотропных веществ. Причем они ввозились из стран Евросоюза. Распространением европейских наркотиков в Верхневолжье занимался 20-летний житель Твери Колесов. При задержании у него изъяли более 150 граммов запрещенных препаратов – амфетамина, МДМА и ЛСД. С апреля прошлого года спецслужбы тщательно расследовали уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Незаконный оборот наркотиков», причем в крупном размере. Суд посчитал объем собранных доказательств достаточным, чтобы полностью признать Колесова виновным по всем статьям. 21 августа Пролетарский районный суд Твери назначил молодому человеку 12 лет колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил. В региональном следственном комитете России создана и функционирует официальная страница в социальной сети ВКонтакте. Работа через соцсеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, проверок сообщений о преступлении и расследовании уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления. У жителей региона есть возможность направлять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию. Для более оперативного реагирования на обращение необходимо указать свой телефон либо электронный адрес. Ссылку официальной группы Следственного комитета ВКонтакте вы видите на своих экранах. Кроме того, все пользователи социальной сети ВКонтакте могут обратиться на личный прием в режиме онлайн к исполняющему обязанности руководителя регионального следственного комитета полковнику юстиции Станиславу Захарову. Для этого нужно оставить свое обращение заранее, либо непосредственно в день онлайн-приема в комментариях к посту с анонсом мероприятия на странице Следственного управления в социальной сети ВКонтакте. Все заявители получат ответы на свои вопросы непосредственно во время онлайн-приема, а ответы на обращения после тщательной проверки всех изложенных в них доводов.